Жить на севере и так неплохо, но можно еще лучше. Портал «Живем на севере» дает возможность каждому ямальцу поучаствовать в этом. В Губкинском на платформе уже зарегистрировались 24,5 тысячи горожан. Цифра впечатляет. Только за 2022 год к платформе присоединилось более 3 тысяч человек, а за 10 месяцев текущего года уже более 2 тысяч. Главная возможность, которую предоставляет онлайн-платформа «Живем на севере» нашим жителям, ну, мы говорим про наш Губкинский, да, это возможность принять участие в решении общегородских социально значимых вопросов для нашего города. Вот. Каким образом они это могут сделать? Они могут на платформе «Решай» проголосовать за то или иное решение, которое предлагает им учреждение, организации города. Либо подать свои идеи на платформе «Предлагай», она так и называется, или «Обсуждение» еще называется, вот. Подать свою идею, поддержать чью-то другую идею. Вот. Ну и, конечно же, предоставляется возможность на том же портале «Живем на севере» поучаствовать в проекте «Уютный Ямал». Есть на платформе и свои активисты. Одна из них – Оксана Просина. Она инициатор идей в проекте «Уютный Ямал» и участница всех опросов. За активность на портале «Живем на севере» ей, как и другим пользователям, начисляется виртуальная валюта – ямалкоины, которые потом можно обменять на ценные подарки. Активно участвовала в различных голосованиях, поддерживала инициативы. Где-то, наверное, стабильно раз в неделю заходила на портал, принимала участие в опросах, набрала баллы и вот заказала себе приз, сделала себе приятное. Платформа «Живем на севере» часто пользуются и организации учреждения города. Например, Управление по делам молодежи и туризма Губкинского активно использует портал для мониторинга мероприятий и других сфер деятельности. Специалисты отмечают, что платформа плодотворно влияет на работу управления и взаимодействие между ведомствами. Мы получили огромные отзывы от наших жителей, особенно от молодежи, по тем локациям, которые мы выставляем, по тем мероприятиям, их очень много. И по ним мы можем, даже по ним мы можем провести анализ, что очень сильно востребовано среди молодежи, а что на данный момент не сильно востребовано. И я считаю, это очень замечательно. Причем там и также на «Живем на севере» есть приятные бонусы. И бонусов с каждым годом становится больше. Ежегодно на платформу добавляются новые функции, нестандартные лоты, которые можно реализовать в спортивных и культурных учреждениях города. В магазине «Живем на севере» помимо, например, товаров и каких-то вещей, можно приобрести те же абонементы в наши учреждения по типу там бассейн «Арктика», да, в музей. На будущее у нас в разработке как бы работа с предпринимателями, тоже как партнерская программа. Возможно, это скоро уже все реализуется. Портал «Живем на севере» за 6 лет стал надежным другом жителей региона. Если вы еще не стали его участником, сделать это можно очень просто. Для этого нужен только интернет и телефон. Заходите на сайт живемнасевере.ру, вводите номер и контактные данные. И вот вы уже принимаете активное участие в жизни города и региона. Алина Гаврилова, Сергей Парфимович. Новости Губкинского.